Ладно, похуй, ебать, все нормально. Вар все нормально делал, а грота ты сорвал. В смысле, ну ебать, нихуя себе, косипор медведь, ебать. Кто тебе мешал развернуться спиной? Все понятно, Мишка пидор. Да? Это ты сам это сказал. Так, ладно. Что там, блядь? Стани разливаем сначала. Бля, уебанский. А, не, хотя норм сетап. Даже. Потом баронессу заливаем. И, блядь, еще танка не вижу. Походу танк, да? Да. Коба, сначала крест фиряешь. Потом, когда начинаете вливаться, фиряешь это... Вот эту хуйню, где она, блядь, ромб. Степанида, ты всегда на звездочке. Все по меткам, все то же самое. Да зачем тебе таймер? Ты на боссе видишь стаки. Там ДБМ показывает вторую фазу. Степанида, да можешь без проблем. Тебе там ничего с ним не будет. Но да, ты можешь холифал, да, ты можешь стоять в мелизоне, блядь, и давать гнев небес на этих мобов, типа, чтобы они, блядь, меньше урона уносили. Все, все готово. Даю отчет и поехали. А где, блядь, залупа это нахуй? 5, 4, 3, 2, 1. Стан. По станции пойдут. Нормально все, все. Череп, что там долго еще? Танцы. Поехали в крест. Фиряйте цели, сменились, которые. Около, если что, тебя не слышно. Не забывайте кушать, рыба на центральном есть. Ну, Монки там говори. Да, я, блядь, ору нахуй ему. Ну, блядь, пиздец, нахуй, сейчас заебемся, сука, и опять набирать нужный сетап. Ёбаный пидорский босс, блядь, ненавижу нахуй. Тотемы уберите. Тотемы убери, хожу. Выйди, Войт. Да сейчас посмотрим, что появится. Заебало, это кара уже что-то за сегодня. Нормально. Да, можно бить. Станера заливаю, потом баронессу. Коба, ты контроль? Посильнее баронессу, она много говна кидала нам. Возьми ее в цель. Сначала ты крест контролишь, Коба, потом контролишь ромб. Степанида, ты всегда на звездочке. Все готовы? Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Танцы. Танцы. Монки танцы. Аркрайт, в трусы перейди. Хожу, в луне остается. М
Монки, еда вот здесь на столе рыба. Аркрайт, Монки, здесь еда прямо на столе рыба. Аркрайт, тут же возле тебя рыба на маленьком столе. Я кабана на большом заберу. Танцы. Хожу, танцы. Там он кабан на большом хожу будет. Вы не кто? Сейчас пока никого, я буду закрывать следующий. Давай, танцы там. Монки, буду сколько у тебя? У меня 19. Шепард, будь наготове, крикну, побежишь. На центральной и на маленькой справа есть еда. Еще кабан стоит. Центральная кабан, да. Шепард, готовься. Танцы. Шепард, трусы далеко, трусы далеко. Дальше, не в метку! Вон, слева, слева, слева. Сюда, вот, стены, вот, вот, угол, вот. Угол, стены, угол. Пизда, блин. Танк упал. Есть БФ танка? Сова. А, да, вставай. Монки, 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 луна, луна, луна. Вижу, луна. Вижу, вижу. Блять, нет. Я следующую закрою. Давай, стой, луна. Аркадий, сколько у тебя еще? Папа. Сколько? Нет дебафа. Все, стой тут. Хожу к луне ближе. Аркрайт. Рыба. Ладно, я съем уже больше, ты не будешь сразу танцевать. Вторая фаза, 7 секунд. Подъедаете все, что видите на бафы? Дайте каску, девочку, снять. Сейчас будет. Началась. Фаза, 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 фаза началась. Что затереть? Ромбик и звездочек. Скоро прыгать будет, если бы не да. Через 3 секунды начнет прыгать. Готовься, если бы не да, прожимай. Забирай с меня, обняк оставать будет. Оп, бежит к нам. Катриона прибежала. Встань от нас, пожалуйста. Ну забери, сейчас ебнет. Кинь локал повойда. Сколько у меня так было, ребят? Не помню. Ну, вот смотрим, сейчас третья будет, походу. Рановато, конечно. Да, хорошо. Меня кастовать будет, забирай. Бери на мне.
Жу хилим. Локал без хила стоит. Мы хилим. Локал что-то плюхи сильные получает. Я зубы ему дал пока. Хожу. Иду. Следующая метка 5 секунд начнет прыгать. Что, что ауру есть? Защиту. Можете ауру защиту дать, мастера ауру защиту просто выгонять. Ничего страшного, добиваю. На мне, забирай. Добиваю. Бля, просто что за лут, нахуй? Просто лут, да. Сейчас на кон метки не хильте. Это не лут, это за лут, блядь. Порвайте кому-то надо. Ну, это к шаману. Тебе надо, Степани, да? Да это за лупа без хосты, бесполезно. Хожу, я отдам Степани где-то на хила или тебе надо? Хожу. Да, я не давай, слышно, хожу. Не слышно? Ну, сейчас слышно. Сейчас слышно. Отдавай, давай, Юль. А чё это, она ДКшника пошёл? Давай вот эту левую руку парольте. Ну давай на оф. Чибай, даже ролить не буду. А там Маркрай. А нахуя? На этот. Ну, может одноручку нормально выбьет. Выпадет одноручка с этого. Она залупная все равно, это, блядь, без хосты. Дух без понтового стата. Ну, блядь, знаешь, что зато крит есть. Да совечу тебя. Крит, ну, а сколько там крита? Что-то одевать-то все равно надо будет, когда в одна ручка выпадет. Крита, кстати, не так много, 58, блядь, за лук. Шакет зато есть. Это, кстати, так. Заебись. Че, он пока заходит танкануть пару мобов, пошли. Давай, 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 в хиле пока. Так, жопа моя выглядывает. Блин, разошел. Тренер, сука, ебать. Нет, Валера. Манки там уже аппарат на маты расчердил. А Валеры нету. Да, блин. Я их, блядь, дохуя. Тренер больше. Не жалко. Нет, 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 не бейте, блядь, сука. Кого бить? Бля, ебать. Ну зря. О, вижу, как в тебя жертвенный огонь ебанули. Да не убивай тебя дэша, в чем, блядь. Время только. Ты думаешь, я хап... А думал, я хаос болтом детернс его не пробью, ага. Я тебя в фокус взял, блядь, ублюдок. Да, да, да. Ублюдок, давай, мать, давай. Ну иди сюда, говно собачье. Удачи тебе в твоих начинаниях. Мне выебать хотел, я тебя сам выебал. Издали решил ко мне лезть. Ну давай, давай, чё ты? Посмотрим, какой ты крутой. Ну удар, меня удар. А почему он сову бьет? Не сову надо, надо монки бить. Ну лол, блядь. Я почти сову уничтожил. Смотрели же фильм «Няньки», блядь? Нет. Да ты гонишь-то. Ну в смысле старый, который побежал? Старый, старый. Где это? Где они сидели, короче, телек смотрели, там Чак Норрис, блядь.
Этот попкорн жрет, такой, блядь. Закидывается, блядь. Че, переспекаемся? Ну что, Декада бежит. Я здесь сижу, трещу. Отлично, давай сейчас переспекаемся. Ну это Чак Норрис такой. Ну ударь меня, ударь. Посмотрим, какой ты крутой. Тут его такой ударил, и музыка такая играет. По-твоему, это удар? Бах там, ебать. Может, ты их вниз заведем сюда, а? Или чё? Да нахуя? Тут заебись, тут просторно. То есть, то люди от 10 голд отказываются. А чё, ну давай остальных, чё. Да, что-то скромно как-то, ебать. Ну, да, я помогу. Мы по одному будем. Опа, ебать. Я съёбываюсь. За статую. Чё, нормально? А мне больше угорало, когда это, челики-то подъезжают на там на своем, блядь, бигфуте, блядь. И там колонки такие цепями привязаны, и музыка играет во всю, блядь. И эти охранники у ворот стоят. И он такой говорит, этот мистер здесь, там дома, нахуй. Тот охранник говорит, что? Это дома, говорит. А, не, не так было. Говорит, хули вы, говорит, приехали? Вы кто такие, говорит? А тот его этот близнец спрашивает, что? Вы кто такие, блядь? Что, блядь, тот хуяк второй брат выключает музыку, да хули вы приехали, говорит, хули ты орешь, говорит, блядь. А потом вот еще говорил челику, говорит, волосы, говорит, отрасти, говорит, че за хуйня, говорит, а тут... Ты с таким наслаждением рассказываешь истории все. Ебать, а ты помнишь, как он его это... Когда он дворецкого, короче... Зеркало разговаривает, в этом собутыльник сбоку. Мы просто подслушиваем это случайным образом. Да, слышишь, он сканер его зажимал, помнишь, он нахуй... И тот, короче, давит. Я ж не смотрел. А ебать, да ты гонишь нас в натуре. Как ты мог это не смотреть? Он его в сканер зажимает, короче, а тот корчится, короче, от боли, блядь. Его сканируют и вылазят листки каждый раз, короче. Слушай, я так понимаю, что не важно, чтобы я ответил, смотрел или нет, ты все равно расскажешь. Конечно, ебать, ты чё? Блять, это топовый фильм, ебать. Даже хоть сейчас смотреть, блять, оборжешься этот. А когда это? Гувернантка там, короче, пуговку расстегивала, блять, нихуя. Я себя чувствую сейчас, как в зеленом слонике, братишка. Тебе покушать придется. Не, если что, я не смотрел зеленый слоник, так что можешь не объяснять. Да, все говорят, посмотрел, что они не смотрели. Не, я серьезно не смотрел. Ну, я кадры так отдельно видел, но я полностью не смотрел фильм. Может, что ты еще Боку на пика не смотрел? Кого-кого? Два пика? Что это такое? Боку на пика, может, еще не смотрел? Не, такое не смотрел. Свадебную лазу, наверное, да, не видел. Как будто в лодке. Дикпики, может, не смотрел? Давай, можно пойти из этих хроников скипнуть. Вазу не смотрел, Горбатую гору не смотрел. Так, за шкаф заходишь? Ну, Горбатая гора мне как-то скинули, но я его смотреть не стал, и потом какой-то челик в чат написал, что это про пидоров фильм, и я не стал смотреть. И этот человек сейчас записывает видос на YouTube. Ну, хули. Так, прикинь. Осуждаю. Так ты реально няньки не смотрел, блядь, или ты гонишь? Да может и смотрел, просто я не знаю, что они няньки называют. А что хилы не хилят? Что происходит? Так убивают их? Так, блядь. Нихуя себе, что за хуйня? Анкет, это про фильм, который там года, блядь, 90-го, наверное. Да. Или 80-го. Два качка, блядь. Да, два качка. Да, все вспомнил. Сука, ты только вспомнил, блядь. Ну, сказали два качка, блядь. Я весь фильм уже рассказал, блядь. Кстати, два брата, один из них умер уже, короче. Да, печально. Была еще вторая часть, но я смутно помню, блядь. Да, а этого... Их не жалко, а вот Билли жалко, блядь. Похуй на Билли, а ты этого смотрел кикбоксера, блядь. Да. Есть фильма, есть один русский, есть, блядь, американский, есть Ван Даум, еще, короче. И с Ван Даумом, который с Ван Даумом, самый первый. Есть еще пересняли, короче, тоже с Ван Даумом, но Ван Даум, типа, тренирует уже. Это парашка. Это полная параша, я как-то смотрел, там они, блядь, полицейский участок вдвоем раскидывали с Ван Даммом, ебать хуйня.
Так, блядь, в фильмах 80-х такая же хуйня была, блядь. Там не было такого, блядь. Ты посмотри, какая... Ну, я не знаю, шаришь ты или нет, но первый кикбоксер и все остальные фильмы, это, блядь, небо и земля просто. Учитывая, что там Ван Дам, блядь, на коленке все это монтировал, блядь. Ну, там просто был энтузиазм, там было все на высоком уровне, блядь. Музыка, нахуй. Игра, блядь. Постановка боев, блядь. Все было пиздец, охуенно. Но это то же самое, как... Ну, челики просто сыграли охуенно, а потом получилась хуйня. Всякие вот эти пересъемки, блядь. Не, ну второй еще заебись, кикбоксер, где Саша Митчелл играет. Ну и третий тоже ничего, где Саша Грей? Саша Митчелл. Да, показалось. Саша Грей играет так, что пиздец. Инструмент такой. Она же уже не играет. А она стримит на ютубе, я видел. Я думаю, за определенную цену играет. Да ну нахуй. Сука, мобов не сагрит. А можешь пройти, я не знаю. Кто-то сагрил. Бля, я сагрил, это моя собака. Я даун. Собака. Ёбаный рот. Танк, смотри, а, все равно что сагрели, чё это, бля. Ебать. Такой веселый кары я еще не видел. Мне как-то не очень весело. Ну, кстати, охранник стоит еще не сагренный слева один. Угу. Ну это повезло, собака там по одному. Смотри, сагрена. Я как рядом с ним стою, ему вообще похуй. Ну, он упорно не хочет умирать. Порно? Умирать не хочет. Ебать, я стараюсь вас развлекать, блядь, как могу, нахуй. Короче, так чё про кикбоксера-то, блядь? Ты помнишь момент, где он в бар заходит? Короче, ну сегодня, говорит, будем бухать, блядь. И танцует, он... да? Да, ну это после этого он, ну, тот танцует, а тот дед идет нахуй, подговаривать, блядь, типов, нахуй. Хуяк шепчет. Хуяк типы на него нападают, ну, он пизды дает им, конечно, блядь, он же крутой. Ну и потом, короче, этот, дед уже снаружи, нахуй. И Вандам такой кричит: «Дзен! Дзен, блядь!» Тот такой, что, говорит, типа, а чё эти парни, говорит, на меня напали, говорит, блядь. Тебя, говорит, побили? Нет. Ну что, говорит, они хотели, блядь. А тот говорит, ой, да это я им сказал, что ты сказал про них, что их матеря спят с мулами, короче, и они хуёвые бойцы, говорит. Ну зачем, говорит, сношаются с мулами. Знаете, это очень самый хуёвый рассказчик аудиокниг. Ну там тот, короче, вот тот, а он потом с ней, но она под поезд, короче, а тот вот туда. Ну, типа, вот. Так ебать, ты просто фильм не смотрел, дочь. Ты не шари. Ты смотрел вообще? Там прям так и фильм рассказывал. Так и было, ебать. Ты чё, не помнишь эту сцену? Говорит, такой выходит, такой шатается, дзен, блядь. А тот базарит с этими типами. Ну такое ощущение, что ты каждый день этот фильм пересматриваешь. Да не, мне все так говорят, типа, ебать. На самом деле я его смотрел раз 10 всего лишь. Последний раз смотрел, ну, года 2 назад. Вот у меня какая. Обычно я фильмы по 40 раз пересматриваю, но это всего лишь 10, блядь. Ну, я точно не считал, блядь, но последний раз точно год, наверное, назад. Или 2. Или 3. Заебись, когда ты стареешь, да? Забываешь некоторые фильмы, можно еще раз посмотреть. Ну да. У нас-то каждую неделю в Каражане происходит. Нормально, нормально. Заехало. Нет, такое первый раз я вижу, блядь. Чтоб Мишка хорошо. Мишка вайпает рейд, блядь. Сейчас мы еще на 9 вайпнем. А че вы, ребят, воете по углам прям, да? То есть начинаете после третьей колонны пулять и так далее? Сейчас. Отсюда сфера вот здесь, но я куда его вас, правильно? Сейчас я метки расставлю. Просто по кругу вводим. Окей. Кто там? А скипетром? А тут кому-то нужен? Чего? Кому-то одна ручка нужна? Вроде нет, да? Надо, да. А, ну нет. Роги, наверное, надо. Нет? Ты чё, Коба? Ну ты спроси в рейде, надо кому-то или нет, Монки. Камень ставлю. Я вот. Сейчас, подожди, сейчас тонкану. Это ты у кого увидел, Коба? Да, вот у кого я мог это увидеть, да. Так, подожди. Давайте подумаем, у кого такой посох может быть.
У Монки? Ложная загадка. Блять. Нет, такая хуйня нужна кому-то в рейде? Спрашиваю тебя, типа, одеваться пришел в коруде, в скобочках, и нет. Да никому она не нужна. Да не нужна, забирай нахуй. Роги тоже не нужна, он комбата не делает. Он чистый мутик. Чистый. Грязный. Кто-то релогается, чешу. Чему? Монки окнулс. Да, он сейчас на шамана зайдет. А, наверх. Топовая пуха. А чё там мне такого, блядь? Там перчатки еще. Я скоро фаером начну сюда ходить. Тоже надо, сука, пересесть на ханта, на энха, на бесполезный класс. Холипала сделаю, буду холипалом ходить. Так, напоминаю, что делаем. Начинается бой, танка грит, когда сфера пролетает череп. Танк согрил, мы стоим в красной метке, дамажим спокойно. Кидается на кого-то земля, лужа, то есть вы убегаете. Сюда выбежали, разлили, забежали обратно. Кинулась вторая земля, предупреждаю, выбежали, разлили, вернулись обратно. Когда я говорю, забегаем, там будет каст, я говорю, после этого каста забегаем. Не нужно забегать до этого каста или в каст, иначе вас стикнет лужа, и по вам молния пролетит, и вы умрете. Вот. Поэтому только после каста, о котором я буду говорить. Танк ты позбиваешь, касты все боссу этого, блядь. Ну ты понял, короче. Как он там называется? Шок небес. Да, шаришь, да, танк? Танк? А, чё, да я отходил, да, все знаю, типа, но единственная проблема, ребят, подстахуйте кто-то, потому что у меня на ДК-шире не ДК-п нет, кстати, типа, я могу миснуть. Ладно, тогда хожу, сбиваешь сюда шок, тогда не парься ДК. Хорошо, типа, я что-то собью там под конец. Да, ну, не надо, просто лучший человек на этом будет, специально назначенный, чтобы мы гарантированно все сбивали. Дайте рыбу. Ну, сейчас, да. Рыбу. Хожу, услышал, да, позбиваешь? Да. Все, хорошо. Ну я все, танк, первое мы в красной, потом квадрате, луне, ну и так далее. Если что, куда-то какие-то будут подвижения, я буду говорить. То есть перед лучом, я буду примерно смотреть, где он появляется там. В метку там отбежали, дальше метки там правее, левее, буду говорить все. Но мы же с косноязычием до Талова, да, держим? Да, с косноязычием до Талова, ну и хожу тоже, сбиваем каст, когда он это... Ну ты понял. Ласку алкашную перебиваю. Рома, я тебя буду истерию закидывать, типа, под эту, под щит. Так, ну вроде и все. Ничего сложного. Да, точно. Ласки алкашные перепейте. Хожу, Аркрайт. Точно. На ХП. Не хватает же ХП. Не хватало в прошлый раз. Хватало все. Просто а, да, попробуем. Есть у кого-то ХП, а то я забыл. Хожу, у тебя сильно что-то мало, не знаю почему. Поспильте меня, у меня 26к должно быть. А, наебал, да, наебал, ну-ка. А есть? Да, нормально. Да, да ладно, да. Что ты говоришь есть, Аркрайт? А я в класс уже дал. Каталог дал, да. Да, пока так. За следующей сферы пуляю или что? Что? Следующей сферы пуляю, вот это, которая идет сейчас. Да, сейчас все подойдут и пуляй. Да, вот это идет, все встали, все метку. Каст. Так ты ДК сбивает или что? Земля войт. Да, танк разбивает, если что, подстрахуешь. Каст. Земля 3 секунды. Оба земля. Каст. После этого каста забежали. Забежали, полутали стак. Вышли. Все прожимочки сейчас скидываем. Задамаживаем. Вижу, бернули. Давай, гин пока дал на хил. Ну, ебать, вставай, хожу.
Дайте только 300 баф, каску. Перебегаем. Вместо ВК сбейте, пожалуйста. С обе отхожу, все, перебежали. Еще будет касс, надо сбить. Касс, бей, хожу. Ну че, она пидораска будет бежать? Нет сегодня, блядь, шлюха-то. Там бес какой-то чей-то. Да не, все ок, все ок. Стоим в метке. Земля будет. А, ой, блядь, не заметил даже, сорян. Земля 3 секунды. Шепард, на тебе земля вынеси. Оба, кинь каску, пожалуйста. Я кулаки МП5 раздаю, это типа не до каска. Каска, ага. Вы геру давать будете? Забежали, забежали, да. Выбежали, кто-то лутал. Геру, шаманы. Вам тогда под следующий отдам. Перебегаем потихонечку на моменталках. Земля 5 секунд. Че она не идет, блять? Каст, 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 каст. Закончит каст, прибежит. Жень. Да, вижу. В метку-то встаньте. Каст. Земля 3 секунды. Земля, хожу на тебя, вынеси. Каст. После этого каста забегаем. Забежали, полутались так. Нормально. Сейчас, блять, ну, по наполовине. Нужно будет бегать сейчас, смотрите. То есть, если до вас до луч добегает, вы уже бежите. РДДшники добьют, там каст долгий. Все, ок, нормально. Каст? Угу. Надо будет сбить сейчас. Хильте, хильте, есть БР? Давай, дам сразу щит. Вставай. Локал, красава. Каст? Ага. Земля 4 секунды. Аркрайт, выбеги. Ля, хуёвые шарики. Каст. После этого забежали. И влево можете сразу сдвинуться. Шарик будет достаточно близко. Все, если шо, РДДшеры добегают. Мирики просто бегают. Кого телепорта есть, портуются на Ридара. Нас, где там? Хожу, хожу, собеж. Ну эти ты. Все нормально, нормально. Стали течение. Правильно? Все, все, стоим здесь. Я на себе метку поставлю, стали в звезду в меня. Степани Диндер, Степани. Сбейте шок! Не даю гим. Гим. Войт на тебя. Гим дал. Каст. Угу. Сейчас земля. 4 секунды. Женя, где? Я вижу. Каст. После этого каста забегаем. Забежали. И левее сразу держимся. Будет близко к нам луч. Очень близко. Бежим, бежим. Очень убегайте. РДДшники добьют. На ХП дай, на ХП дай. У меня КД уже давал. Да забегайте в луч. Рот ебал на хуй, сука. А чё?
Смотри, мы двигались слишком короткими шагами, когда вот уже начинает типа луч появляться, и мы уже по центру, то ты передвинь, просто скажи ему дальше перевести. Ну чё, здесь... спорим, что сейчас по-другому будут лучи, не по меткам. Ну, это танк просто начал раньше, правильно? Нет, нет. Дело в том, что мы кидаем замедление коста босса, и он двигается каждый раз по разной траектории. Ну, это не мешает передвинуть, вот после того, как я... Ну, подальше. Я посмотрю. Просто не знаю... А, ну да. Ну, на 10 сути, метров просто, не обязательно намного, на 10 метров. Ну, ты сам увидишь, типа. Я только, когда мы начинаем в лужу забегать, уже могу сказать, куда нам двигаться примерно. Когда так, вы, ребят, смотрите, вы просто поставьте босса не так, а поставьте босса на угол, и с красноязычием вам не придется перебегать вообще никуда, слово совсем. Вы просто будете стоять и спокойно бить босса. У вас что, через миллик будет лучше проходить, прям не трогая их вообще. То есть, если вы... Смотри, если пулять босса вот отсюда, не ставить его не в крестик, а ставить его вот сюда, да, вот где я прыгаю сейчас, ну, и пулять после вот этой колонны, после вот этой колонны, то у вас получается с красноязычием луч у вас начинает работать отсюда. Милики просто чуть шаг делают и дальше заходят, начинают бить. Потом босс передвигается вот сюда, вот смотрите, вот сюда вот, то есть еще чуть дальше. И все, у вас также получается метка, вот здесь вот. У вас получается сферка, и когда начинает уже докастовывать, этот луч опять получается здесь. Также он водится по кругу, ставится всегда на угол. Короче, он уже зависит от того, что как ты сбиваешь косты и под шока. Конец, и именно под конец. В 0-3 секунды ты сбиваешь, и все красиво. Ну, давай так же, в принципе, норм. Ши сейчас людям. Ну, сложно это подугадать. Видишь, типа, шаг сделать туда, шаг сюда. Кто-то не сделает этот шаг, умрет. Сейчас вроде стабильно шли, сейчас спокойно трайним. Мы же были в прошлый раз. Просто, ну вот вместо всей этой болтовни, вместо всей этой залупы, метку на себя ебашишь, все, блядь, все проблемы решены, блядь. Все, ты смотришь на луч, лужу челик выносит вторую, ты уже смотришь, где шарик. Все, пиздец. И ты, ну, допустим, если шарик здесь и лужу вынес второй челик, значит можно дальше пробежать спокойно с боссом, вот так вот. А если шарик еще в кресте идет где-то, и челик вторую лужу выносит, значит луч появится вот здесь, блядь, и мы нормально стоим. Ну, понятно же. ДК, поешь? У меня все равно не убьет. Следующую, да? После этой. Ну да, после этой пульмы. Что за хуйня? С меня песок какой-то сыпется. Ну, ты все. Да. Земля 5 секунд. Монки, на тебе земля. Каст. Угу. Земля 2 секунды. Вокал земля. Забегаем. Что-то я прослакал, блядь. По два стака никто не ловит. О, блядь, Степанида прохиливается. Есть БР Степанида? Окол. Паркрайт. А, вижу, через 40 секунд это будет. Нету гимна. Но... Можно лечь, нахуй, коба лежит, уже смысла нет. Заходите в ложе. Чё, два стака или чуть-чуть? Спанида, чё тебя убивает? Степанида очень часто залипает в лужах почему-то. А может быть попробовать ДЦшника просто спехнуть и с холипалом похилит, не? Давай попробуем. Монки. Монки тренер здесь.
Жень, давай попробуем, ебать, я в сове разъебу его нахуй. Не, просто так профит не будет, хоть какой-то абсор будет, у нас блядь шот. Профит никогда никто не тупит, да никого там не шотает. Как у нас хулипал умер? Ну, ты же знаешь как. Востака полутал. Че, давай ебанем, у меня там как раз две тыни, власть мертвых, блядь, затестим сейчас, не хуя, может дамаг будет заебись. Героическую, героическую золото. Смотритель один хуй в ДЦ. Хотя там F3 можно, да? Мы F3 же били. Это вообще отвратительно, в 3 хила. Да? Ну зато рейд фуловый, как приятно. Не, да, не иди по туда. Сейчас загрыш охранника. А. Ну мне кажется, когда его не фонут, в 3 хила уже не будет смысла. Будет нормально, дамаг. Так вы под руны просто в босса не играете, там же щит еще вешается. Ай, это тактика. Без разницы, играешь, что босса не играешь, доты дотикивают, попаешь. Там 200к хп, блядь, доты не дотикают. Ну там типа можно подгадывать, но это что-то там меньше. Я первый раз такой хуйню. 200к хп щит, 200к. Первый раз такой хуйню в пятницу. Чего у тебя 3 тотема, а не 2? Ой, не 4, блядь. Ебать, проебал тотем, нахуй. Ой, коба, говорю, монки. То есть у вас получается, перед тем, как вы забываете руны, на него вешается щит, то есть вы не играете в босса, пока рейд не поднят на фул, блядь, все, спокойно набивается. Да мы в 2 хила, не останавливаясь, все прохиливали. Хорошие хилы, значит. Не знаю, у меня полшмота с меткостью было от ни одной тэшки, ебать. Там второй был зверь. Кто там зверь был? Я типа топ-1 по хипу. Кто, спасибо. Кто? Бразилец. Бразилец? Ну я же говорю, я все равно первый по хилу абсорбу был. Ну по абсорбу ты понятное дело, блядь. В смысле, я имею в виду хил плюс абсорб. У нас сейчас важный вопрос. Мы сейчас или чуть попозже выскажем волну негатива тренеру? Потом. Он, блядь, в своей очереди дождется. Все, подпишите красную метку. Это шарик. Вот это, да, вот это. Все, после этой, да, бля. Бля. Земля сейчас будет. Оба. Земля сейчас будет 2 секунды. Оба. Каст, после этого каста забегаем. Видишь, как у тебя получается, то есть ты вносишь ДПС в разы больше нахуй. Ребята, спейте прям под самый конец, там три, пожалуйста. Я красиво хожу. Давай. Сказ, помоги сбить шума. Локал уже. Каст. Локал стак поймал. После этого каста забегаем. Чуть-чуть прям дальше отойдите. Да, резайте. Аркрай, дай Шепарда. Дал сейф. Каст. Перебегаю.
Таван, сейчас помоги сбить, пожалуйста. Чё так далеко-то? Ну, встаньте в танк, а если он шарит. Бафы постепенно иди без того. Хожу. Хожу уже. Тут чуть отойдите от лужа. Сейчас лужа будет. Войд. Каст. После этого зашли каста. Зашли. Давай, Геру. Изонард, да. Один, ребят, пожалуйста, в 0-2, блядь. Сейчас криво получится. Степани дебаф какой-то хп мало, да? Шаманка, сбей, пожалуйста. Степанида, выйди. Степанида, выйди. Понятно, лужа в рейде. Выбежали из нее просто. Сейчас гимн на ману дам. Досчитаю. Хожу, выбеги. Далеко, слишком. А, у нас. А, да, нормально. В большую будем лутать. Каст. После этого каста забежали. После, после, нахуя вы заранее бежите? Полисбам. Прожимки припота отдали. Вы умрете. Чему у меня хилить, блядь, перестало? Хуй рыга, блядь. Все, ок. Шаман, помоги сейчас сбить каст. Не этот. Сбивайте вот каст. Вот этот каст. Монки, выбеги. Монки на тебе. Каст. Джемля сейчас будет. Я не знаю, следующую истерию тебе дам рогу умерщи. Добежали. Чуть-чуть двигайтесь уже, близко лучше. Что за бред? Давайте, добьем на дуба. Блять, кто сбил? Сок. Земля кома. Бант отдам, ребят. Каст. Можем добить еще. Земля же. Ну, конечно, добьем тебя подвал. Жаль на тебе. Иди, не отходите, убьем. Добивает. Сдохни, тварь. Это тем, блять. Рога, надо тебе эту кожу? По-моему, хорошая, да? Ну, он занидил моего ГЦ. Ну, тут кроме шапорта никому отдавать. Нахера вы БЛ дали? Это я. Я. Эту хуйню зарольте на дис. Почему? Ты являешься, блядь. А, тебе надо, Монки? Ршама, блядь. Да, да, на Ршаму. Чё, нет? А на второй шаман же есть, отдай ему. Ну, забыл, блядь, что на шамане.
Ну я не спекаюсь уже в ДДшник. Угу. Сейчас смотрителя закрываем, остальное потом уже. Ну что, гнева не успей? Да в пизду его, чтоб хоть что-то...